Потрясающий сегодня закат и обещают ясную ночь. Витя, будь. Появилась возможность немного выдохнуть. Мы в небе, друзья. Не успели мы пришвартоваться, как прибежала охрана и, конечно же, нас прогнала. Назвали Фалос Миллера. Не оставить парус пока? Нет, сворачивай, Витя. Из-за него клепает туда-обратно. Наоборот, он стабилизирует. Не знаю. Клепает из-за волны, которая сзади нас. Не знаю, Витя. А из-за паруса меньше качает. Ну, я не ощущаю, что меньше, ведь, блин. Как скажешь? Сворачиваем парус. Я вижу следующую вешку. Наверное, должен эти грязь покупать. Ты весь вылил? Ну, фактически, да. Там осталось чуть-чуть, но не хватит на полную замену. Ну, понятно. Ну, надо, да, купить надо. А он обычный или какой-то особый? Да нет, обычный. Так, у меня еще и там встречка идет, по-моему. Куда он с бутылкой полез? Да, пожалуйста. Выставить не надо. Конечно, сюрприз вообще неожиданный. Свернули Геную. Снова идем под мотором. Проходим вот это красивое здание. Не знаю, как его называют. Мы его часто проезжали, когда носились. Вчера его назвали Фалос Миллера. Ну, можно и так. Мы его постоянно проезжали по суше. Вот с воды оно выглядит вот так вот. Идем по очередным вешкам. В принципе, уже подходим к городу. Ой, мотор уже боюсь сглазить. Уже что-то, что-либо говорить о двигателе не буду. Даже не буду. Идем, ребята, пока идем. Так, Витя, не сходи с фарватера. Не, поможешь брать. Интересный.
какой-то корабль. Смотри, какая штука прибывает. Нормально, что двигатель не глохнет? Нет. Он меня уже... Не звонят? Не знаю, может быть. Вить, только ты управляй. Есть. Ну, звонили, я тут тоже слышала. А? Ну, давай сейчас, давай потом созвонимся. Значит, это не общая. Еще один корабль идет нам навстречу. Смотри, чтоб мы не бортанули этот буль. Да, да, да.
Нормально. Если хочешь, по рулю я тебе драмину принесу. Не-не-не. Вот он, поворотный буй. Сейчас мы будем поворачивать налево. Уже повернули, да? Опять нас качает. Ой. А ты следующий буй видишь? Да, вон он впереди зеленый. А, все, вижу, окей. Вот глянь, птица, понял? Смотри, птицы какой это. Плывут. Летят точнее. Белла, руки быстро из воды. Они что, в воде были? Из воды еще было нет. Двигатель нормально? Мне все время уже чудится, что он заглухает. Так, следующий будет, ты видишь? Да, вон красненький. Да, и зеленый стал. Ага, хорошо. А не глянешь у нас, это, водичка льется из двигателя? Я, конечно, гляну, но там не видно. Я просто смотрела. Лесовозы. Лесовозы? Ну, смотри, на них лес. Да. Куда везут? За границу? Ну, Москва в другой стороне. Чтобы эти дачки река откроют. А, гора, блядь. Дрова везет. Привязывай.
вот. Вот, еще два на подходе. Не знаю, видно на видео или нет, но включили маяки. Они начали мигать каждый своим светом. Держись там. Мы подходим к Питеру. Вот башня тоже моргает. Да, башня моргает, но и тоже не знаю, видно ли это на видео или нет. Следующий путь, видишь? Да, я так вижу поворот, смотрю, куда поворачиваю. Да, смотрю. А? Также вижу поворот, смотрю, куда поворачиваю. Знаешь, куда поворачиваю? Там прямо. Там прямо. Вон под тот мост, видишь, где парусник заходит? Там туда. Чем ближе к Питеру, тем активнее судоходство.
Витя, Витя, будь. Я довижу. Блин. Я поворачиваюсь, он просто прямо на него несет. Итак, нам предстоит пройти вот под тем мостом. И потом на... Какой набережной нам ждать? Набережная Макарова. На набережной Макарова нам нужно будет ждать лоцмана. Что ты язык показываешь? Какой язык? Какой язык? Не отвлекай меня, женщина. Видишь, волна валяет. А у меня за спиной закат, но я вижу, что его не видно. Жалко. Солнце садится. Потрясающий сегодня закат и обещают ясную ночь для нашего прохода. Питер в лучах закатного солнца. Красотень. Мы сейчас пойдем под этим мостом. Это кат. А? Это кат. Кат, по-моему, это этот... ЗСД? Да, ЗСД. По-моему, кат. А по-моему, ЗСД. ЗСД, Вить, ну посмотри. Рядом с этим мы постоянно по ней ездим. Мы кусок КАДа вообще-то проезжаем. Это ЗСД. Ну, так скажем. Красиво, друзья, красиво. Ой, вау. Обалдеть. Скажу честно, камера телефона не передает всей красоты. Но хоть чуть-чуть. Потрясающе. Так, а мы сейчас пойдем под своим первым мостом. На этой яхте мы еще под мостами не ходили. Витя, вон они, вон зеленый путь, смотри. Я знаю. Нам туда, нет? Нет, нам не идти под мост. Нам точно не надо смотри, под... Смотри, сразу на этом самом, за мостом, речные бои. Ага. Ведь аккуратно ты на бу идешь. Не, ну конечно пройти между ними, потом туда. Ну вот я хотел такой вариант предложить, а то мало ли что здесь может быть. Все-таки. Да, блин, ну. Давай туда. Итак, друзья, мы проходим под мостом.
там место с вагоном, маленькая тележка. У вас на обедов написано там. Ну да. У вас мать не а все равно, как всегда, самый волнительный момент. Прям наверх, смотри. Прошли! Ура! Ну что, мы в Неве. Мы в Неве, друзья. Здесь рядом стадион. Позади потрясающий закат. Смотрите, здесь буи с фонариками. Вот на красном буе горит фонарик постоянно, а на белом ничего не горит. По крайней мере, в этой части фарватера. Потому что часть фарватера, вон там вдалеке тоже есть буи. Он здесь расходится в две стороны. Но нам сюда. Витя сейчас сказал, что у нас еще впереди один мост, а потом перед следующим мы уже останавливаемся и ждем лоцмана. Проход с лоцманом начнется в 2 часа ночи, правильно? Ну, лоцман там придет чуть раньше, но в 2 часа ночи начнут разводить мосты. Какой-то непонятный камень посреди Невы. Так, все. Белла запела песни. Смотри, это название этого парохода. О, плавучий док ведь. Ага. Впереди вон он с кранами. Красоте, никогда не видела такие как корабли плавучие доки вживую. Итак, нам предстоит пройти второй мост. Не разводной, с поднятой мачтой, без лоцмана. Но раз нам назначили место встречи с лоцманом за этим мостом, зная, откуда мы идем, значит, этот мост нам под силу преодолеть.
Такая интересная конструкция. Даже не знаю, что он напоминает ведь по конструкции. Мне почему-то этот мачты электроснабжения. Есть там еще 5 метров или нет? Не, ну метра 3 точно есть. Ура! Мы прошли мост. И я отключаюсь. Мне нужно готовить кранцы к швартовке. Мы ищем место для швартовки, чтобы дождаться лоцмана. Нам обозначили примерно это место. Осталось найти, где здесь пришвартоваться. Они вообще сказали возле стенки? Чего? Они сказали возле вот стены этой. Высокие какие-то, говорю. Ну да, сюда так. Еще мы не знаем, где здесь какая глубина, что под водой. Вот каким-то вот этим вот швартоваться. Здесь крутануться можно как-то? Да можно. Я не знаю. Может здесь какая-нибудь остановка этих кораблей? Ну вот они все ждут своей разводки. Маленький причал. Вот впереди. Слушай, ну причал, наверное, же это каким-то этим. Ну, платным. Как называется? Понятно, нет, там сказать, что это причал. Причал? Здесь все стоят. Здесь все стоят. Ой, это красненько. Был, красный, дай. А лагом никому нельзя? Вот я хочу красненько. А, ну спроси, как он называется. Кто? Блин. ОС 331, не знаю. Мы вынуждены сделать циркуляцию. Сордане маленький провальчик, видишь? Угу. Поставим провальчик. Да-да-да. Парусная яхта называется ОС-331. Парусная яхта называется ОС-331. ОС-331. Ответьте, прием. Никого нету, что ли? Да вон свет горит.
Хочу к ним прижаться и это сам постучаться. Выглянул тут наверняка. Ты к ним хочешь настолько прижаться? Я хочу к ним вообще за них прижаться. Ну у них там колеса вообще-то там. Ну хорошо. Как раз нас придет. Нас... Я поэтому и выберу, что у него колеса. Сядь. Что-то видит. Да вот смотрят. Ведь смотрят здесь. Швартоваться! Нельзя! Нельзя! Не дали нам швартоваться. Зажгли красиво это здание. Смотрите, включили подсветку мостов, подсветку зданий. Вели это ресторан, походу? Ну да, здесь и там ресторан. И ничего, они тогда стоят здесь, тусуют себе, всех ничего занимают. Я не знаю. Наземные? Ты наземникус? Бил. Там видишь, они тоже хрен знает что под этими торчат. Да, ладно, попробуй. Смотри, что было за причала, которая разбита. Получится нам к ним подойти или нет. На глубине там нормально проходит, нормально проходит. Да? Да. А он сказал, к этому, к причалу? Ну, здесь? Пойдем на якорь, Юль. Мне ну, пойдем на якорь. Просто как мы его сажать будем к себе? Ну, он скажет, где его посадить, там посадим. Может, к ресторану подбудь шварку. Давай, так как не нашли мы место там, пришвартовались за углом возле стадиона, и вот уже идет охранник нас ругать. Витя, не успели мы пришвартоваться, как прибежала охрана, и, конечно же, нас прогнала. Наверное, пойдем на якорь, потому что где здесь еще швартоваться, не представляю. Наверное, мы пришли на якорь. Наверное, мы пришли на якорь. Здесь на якорь? Да, здесь якорная зона. Итак, Витя вывешивает якорный фонарь. Мы не нашли места, кроме как встать на якорь. Здесь отмечена якорная стоянка, поэтому... Будем надеяться, что хоть отсюда нас не прогонят. Что у тебя нет? Не хочешь туда идти? Поскольку нас нету. На мачте якорного огня мы вешаем его вот так. Сейчас последим, будем надеяться, что здесь, конечно, все очень красиво, но очень негостеприимно, я так скажу. А вообще, за такие деньги лоцманы могли бы иметь свой какой-то причал, где маломерным судам было бы комфортно причаливать, а не пытаться найти место между вот этих вот вагонов ресторанов. Не вагонов ресторанов, конечно, а... прогулочных судов, ресторанов и иных крупных судов. Витя пытается найти оптимальное место для нашего якорного огня.
Олег, сядь. Работает? На, отключили. Олег, идите, пошлите вовнутрь греться. Олег, мы все идем вовнутрь. Мы там.